Хороший удар был таким на колболом летел. Всем привет, ребята, с вами я, PandaFX. Продолжаем играть в прекраснейшую игру FIFA 20. И сегодня, хотел сказать, у меня в гостях, но да. Мы тут оба в гостях, да. Поэтому сегодня мы будем с Акулом тестить новый режим FIFA, который называется King of the Hill. Как ты думаешь, что он из себя представляет вообще? Я думаю, недоработанный, какой-то стрёмный режим. В принципе, больше ничего не надо, бери джойстик, сейчас будем вместе с тобой тестить. Недоработанный, стрёмный режим. Я буду играть в Германии. Я просто... должен отомстить снова за финал. У меня тоже альтернатива. Тоже как ярость. Я тоже альтернативщик, как ни странно. Пейсер, что ли, будешь? Да. Я в пейсе играл много. Спустя 7 лет мы узнали друг от друга. Чуть больше информации, чуть больше, да. Информации. Кончил карьеру? Ебать, Месси! Он же закончил карьеру, ты что? Слушай, опять, блин. Нахуй тогда Месси... Ой, блядь, Аргентин был. Только ради одного Месси, блин? Ну все, назад дороги, нет. Все. Но Месси, но пати. Подожди, мы не знаем сейчас, что это за режим. Может, этот Месси и не понадобится. Может быть. К нам присоединился Сергей Никифоров. Кстати, да. С нами слева от меня сидит какой-то парень, похожий на Дэна Бадаева. Дэн нас не любит, не обращает внимания. Он просто нас игнорит. Да, просто игнорит и все. Вот у меня одно, смотри, внизу, у тебя два. О, то есть если я забиваю, да, у меня будет два галешника. Сначала надо, короче, на быстро, ага. Но нет. Так, тут Дэн что-то базарит, начал мне на ухо. Но не мог я и на ее портер, где то есть. Так. Короче, в аренду чуть-чуть метать. Забавно, что. Типа режим царь горы. Все, три максимум, ребята, все, я пошел забивать гол. Если я забью, будет счет 3-0. Ребята, если среди вас есть какие-то шарящие люди, переведите, что он только что мне сейчас на ухо шепнул. Да, переведите, может, они нас хуй сосят. Да, говорят, долбоебы там с России приехали. Так, и... Нет! Хорош! Хороший удар был таким на колболом летел. Дэн, потише, пожалуйста. Заебал, Дэн. Просто игнорирует. Так, и головой. О боже. Слушай, а эта херня не слетает, интересно? Мне кажется, со временем она уменьшается. А, она уменьшается. Вот. Так, теперь у меня 3, и у тебя 3. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Нет, ты как ты поскользнулся? Сука! Напоминает кубок Фиферов, когда на последней минуте выходил и в штангу попал. Так, все, Дэн пошел, короче. Я понял. Не просит. Блядь, просто ты... Мне очень нравится физика мяча в новой фифке, она реально прикольная, посмотрите, просто мяч улетел. Не, очень реалистично. Часто такие повороты. Так, все, они ушли, наконец-таки не будут жужжать мне по душе, спасибо большое. Может, они поняли, что мы их хуесосим? Ну, не знаю, ребята, играю я, пока что и... Пока мистери бол поинтереснее. Мистери бол поинтереснее будет, да. Предлагаю зайти. Я ты охуел мой мяч, блядь. Давай в мистери бол зайдем. Да ты охуел, блядь. Да очень скучно. Я... Короче, вердикт такой. Новый режим King of the Hills, полная параша. Так, давайте попробуем еще один новый режим, который называется мистери бол. Ты че, блядь, нахуй? Или там что-то хейдер, может. Да, хейдер, блядь. Давай Эль Классико устроим, я подумал. Все, полетели. А кто это сделал? Дэн, наверное, подошел, да, такой, что-то потрогал меня и ушел. Заебал отвлекать. Согласен. Вау, что с мячом? Он типа быстрый, резкий, что с ним? Дриблинг босс. Ебать. У тебя или у меня тоже? У обоих. Фига ты резкий стал. Это забавно. Я понял, короче, это такая херня, которая крутится, если ты играешь... В сингл-матче ты можешь подкрутить там себе дриблинг, скорость и все такое. И, видимо... Блядь, что это такое, Это спид-буст! Нифига я отбил! Жестко. И тут каждый раз какая-то херня новая, да, обновляется? Шутинг-буст теперь. Ты типа с центра поля бьешь и забиваешь, да? Попробуй отсюда ударить. Не-не-не. Это ж охерительная игра. Тут нельзя ударить со своей половины поля. Ты же забываешь, что мы играем. На нахуй! Бум! Бля, ладно, подожди. Тебе повезло просто, что мяч был на моей половине поля. Новое празднование. Вау. Это слушай, азар. Новую фифу стоит купить только ради нового празднования азара. Так, теперь пасы быстрые или да, что? Да, пасы очень классные. Ну-ка, пацаны. Что, обычный пас? Бля, в моей атаке почему-то говно какое-то бустится, которое нахуй не надо. Бля, ебучие пасы. Ой-ой-ой, Серхио Бускетс с какого-то хера оказался 1-1. Что это, Бускетс? Как он оказался? Со своим пейсом 50 просто оторвался от защиты. Ладно, 1-1. Шутинг буст, блядь. Бля, почему твоя атака постоянно, когда я еще шутинг буст? Блядь. Нет.
Что за пиздец, блядь? Ты два раза забил шутинг буста, это, блядь, нечестно. Ох, ебать. Вот это повтор. Что это такое? Ты что, еще прошлый фейт был? Да, просто фейт. Да, видимо, никогда повторы не смотрю. Еще у меня какая-нибудь хуйня забустится, да, или все еще удар? Дриблинг. Что у меня? Да, дриблинг. Блядь, ладно, будем пользоваться козырями. Так. Вау, что вау. Творит Лионель Месси? Вау. Блядь. Вау, вау. Сука. 2-2, 22-я минута. Киков. Вот 19. Этот чувак был 19-й в фе, который... Вау. Который фистинг, да, делает? Опять шутинг бусу акула. Да, блядь. Отними. Да как отнять, блядь? Он сейчас начнет, блядь, хуйней заниматься. Ой. Ну все, это гол, блядь. Все, пизда. Бля, ты заебал, ты 3 шутинг буста забил, блядь. 3 шутинг буста. Боже, надо было из очки эти взять. Блядь. Эд, что тормозишь? Он замедлился? Да? Да, блядь, что это за херня? Лео Месси, ты че, алло? Шутинг буст плюс 2. Блядь. Опять у тебя шутинг буст. Да иди ты нахер. Блядь. Че опять уебет, блядь, и все. Ой. А, блядь. Повезло. Давай, братуха, забегай. Ебать, а че у меня говно какое-то получилось, блядь? У тебя там в девятку все всегда залетало, блядь. Это еще и X2 было. На дриблинге они еще быстрее бегают. Да. Дриблинг ускорит. Ну, смотри, что это такое, блядь. Что? Что это такое? Что за физика мяча? Что это за хуйня, блядь? Ты посмотри на эту хуйню, блядь. Хорошо. Они становятся у тебя быстрыми и маневренными. 2-5 у нас есть. Блядь, опять тебе шутинг. Так ты у тебя мяч был. Бля, ребята, вот серьезно, в защите играть стало намного сложнее, блядь. Да идите нахуй, блядь, пятюни тут. Смотрите на счет. Тихо, подожди. Сука. Я не разыгрался, подожди. А почему 2-7 все? Бля. А ладно, там один может. А что 2-7, когда я успел 7 пропустить? Сейчас рекорд будет, мне кажется, вообще за всю историю. Посмотрите. Так, все, полетели, блядь. Дриблинг плюс пейс тут. Да это подожди! Нахуй, я там кросс забегал, как старый добрый, ебай. А что твои быстрее стали? Спидбуст. Ну, мои... Так кто с мячом, у того быстрее. А, то есть у него нет буста сейчас? Ну. Проебал, блядь. Бля, я нихуя не понимаю. Короче, буст у того, кто держит мяч. Да. Я думал сразу и у меня, и у него. Бля, вот это самая хуёвая вещь. Пассинг? Ну, да, особо ничего не дает. Ну, чуть быстрее становится пас, и все. Подожди, X2 это значит за 2 гола засчитается? Да. Бля, вот оно что. Ебать. Чего молчали? Да, это вроде очевидно было. Пиздец, все, бегу. Бля, ты заебал, ты мне одну хуйню забиваешь. 3-9, ну ты что, блядь, акул? Блядь, это у нас на спид. Спидбуст X3, спидбуст X3. На, понятно, блядь. Понятно, 4. А? Чего мне 3 гола не дали? Потому что X1 было, я тебя наебал. Тебе поверил, что ли? Блядь, опять этот шутинг буст. 4-9, шутинг буст. Мне срочно нужно забивать, ребята. Лишняя, да? Да, что это за удар, блядь? Десяточка будет? Да, блядь, давай без десяточки, пожалуйста. Акула, ну не унижай, блядь, и так уже, блядь, ниже некуда. Ой-ой-ой, блядь, иди нахуй, пожалуйста. Десяточка есть. Да, 11. Пропустите, пожалуйста. А, в общем, что я могу сказать, ребята? Новый режим интересный, да. Прикольный такой, знаете. Ну, подойдет не для всех, наверное. Ебать. У меня есть отличная пайсуха, бля, на нахуй. Бля, сука, кихов на кихов. 6-11. Хороший счет. Играем в хоккей. На 90 все бусты включайся, если что. Все бусты сразу? Да. О, запасен в это X3 сейчас. Уебать. Бля. All boost. Все, all boost. Сейчас наркомания. Да. Нифига у тебя там, это, как у феи, блин, штучка. Убежал там, у тебя волшебная все. Палочка. Бля, сейчас пизда будет. Сейчас. Как это остановить? Что это такое? Ай, блядь, да хуя. Доигрался. Давай, давай, лети, блядь. Ты куда побежал? Давай, херать, блядь, да бей по мячу.
Вот почему у тебя голкипер такой охуенный, блядь? Веселый режим, да, веселый, хорошо. Но несправедливый. Акулы одни шутинг-бусты попадались, умноженные на 3 и на 2. А у меня какая-то залупа. Да. 11 ударов, 11 створ! Старым стал. Да, все, ребят, старее, блядь, скилл падает. В общем-то, новый режим ок, но играть я его, конечно же, не буду. Режим для какой-то пьяной тусовки там. Да, знаешь, да, да, для пьяной. Типа чисто побухать так с пивасиком, поугарать, типа, а я его там 20-0 сделал. Ну, типа, если у тебя рук нет, если ты обыграть не можешь, там, допустим, там, своего коллегу, товарища, то это единственный режим, где ты его можешь теперь обыграть. Так что, если очень сильно захочешь меня обыграть, я вот с тобой говорю. Без проблем. С вами был я, Панда Акул Кефир, которому очень интересно было сегодня с нами. Да, да. Я за тебя болел. Все, пока. Да, пошли вы.